Здарова всем, ребята, Кент пока на проводе, и прямо сегодня я нашел одного очень жесткого китка, которого я хотел бы прямо сегодня проучить. Поэтому, ребята, прямо сейчас прожимайте огромнейший лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрите видео без перемоток, потому что если вы все это сделаете, то у вас будет возможность совершенно бесплатно получить АКР Treasure Hunter. Ну что же, дамы и господа, прямо сейчас присаживайтесь поудобнее, а мы начинаем. Дамы и господа, прямо сейчас мы зайдем на аккаунт этого китка. Я ему сказал то, что я буду его прокачивать, и он думает, что я не знаю то, что он кидок. Но прямо сегодня вместо прокачки, ребята, он получит по заслугам. Но я скажу так, я не жестокий человек, но, ребята, все закончится хорошо, поверьте мне. Ну что же, поехали. Ну что же, дамы и господа, я только что зашел на его аккаунт, и вы просто обратите внимание на его аватарку и ник. В нике у него написано «делаю прокачку», уже понятно, что это за парень. А теперь посмотрите на его аватарку. Да, за ваш нож, бабочку и легаси. Братан, ничего себе ты придумал. Ничего себе, это развод прям на лоха Галимова. Ребята, прямо сегодня мы постараемся проучить. Он, если что, сидит в дискорде. Он просто ждет, чтобы я зашел к нему в комнату. Я прямо сейчас хочу зайти к нему в комнату и начать продавать его скины. Посмотрим на его реакцию. Ну что же, прямо сейчас я перехожу в его личное сообщение, и мы посмотрим, что и как тут есть. Ну что же, ребята, внимательно посмотрите на эту переписку, и тут уже понятно, что кто-то что-то у кого-то покупает, уже очень подозрительная переписка. А теперь, ребята, внимательно почитайте, что же написано тут. Он пишет, ты смотришь Анетку? А братан 4356 пишет, конечно. Он говорит, ты у нее на стриме? Он говорит, да. Го, твой нож поменяй на 7000 голды. Ну, ясен пень, ребята, это обман, и так делать нельзя. Теперь читаем дальше. Привет, можно, пожалуйста, немножко голды? То есть это у него кто-то просит голду, если пень, он это проигнорирует, потому что он кидок. А теперь посмотрите, этот парень вообще с клана Маслята, у него ник Котлетка. Просто, ребят, посмотрите. Он пишет, у тебя нож есть, и он его зовет в дискорд. Ребят, ясен пень, это все развод. Конечно, не ведитесь на этого парня, но я думаю, что после этого видео он больше никогда в жизни никого обманывать не будет. Также я скажу так, что у него вполне заслуженно ранг Silver 4. Ну а что, был бы честным игроком, была бы элита или мастер. Ну а так, в связи с тем, что он кидок, то у него Silver 4. Но, ребята, прямо сегодня мы все это исправим. Ребятки, если что, это его инвентарь, и прямо сейчас мы начнем делать контент. Ну что же, я захожу к нему в Discord. Поехали. Алле, ты тут? Да, я тут. Ну че, дружище, ты готов к прокачке инвентаря? Конечно, готов. Демонстрации видишь? Да, вижу, все вижу. Так, слушай, отлично. Я смотрю, у тебя такой замечательный красивый скин, Акэр Тайгер. Вау, с крутой наклейкой. Где ты его взял? Натрейдил. Натрейдил? Вау, какой красивый. Вау, какой красивый. Ты что делаешь? Алло, алло. Блин, ой. Я случайно, друг, извини. Ну что ж, давай посмотрим на P350 ралли. Очень замечательный скин, слушай, мне нравится. Классный такой, 4 наклейки. Обалдеть, слушай, а может мы его тоже продадим? Ты что, дебил что ли? Алло, алло, дебил. Ты что, совсем? А, я дебил, пока. Слушай, а сейчас, знаешь, куда мы дойдем? Докер 12 флоу. О, а вот это уже дорого. Это уже дорого, ну что, родной, ты готов? А что ты думал, хотел прокачки инвентаря попасть, да? А ты не хочешь кое в чем признаться? Не хочешь? Не хочу, ты что, я ничего не делал. Подожди, а ты никого там не обманывал случайно? Нет. Прям никого. Ни разу, да? Ни разу. А, ну за вранье, пока! Все, видишь? Ты совсем, алло. Не, а ты как думал? Слушай, а теперь мы дошли до Файстенвина. А может ты быть, чё? Ты все-таки признаешься в кое в чем? А может ладно, быть... Ладно, я признаюсь. Подожди, в чем мне имена? Я больше не буду никого кидать. Извини, Кент, я кидал там чей-то. А ты думал, я это не узнаю или че? Ну да. В смысле, ну да? Я сейчас твой аккаунт просто-напросто забаню и удалю все скины. Зачем ты людей обманывал? Ну, они сами велись. Их проблемы же. В смысле их проблемы? Понимаю, окей. Готов? Три. Нет, извини, я больше не буду. Нет, клянись прямо сейчас. Клянись прямо сейчас, что ты больше никогда в жизни никого обманывать не будешь. Прямо сейчас. Клянусь. Я в жизни никого обманывать не буду, клянусь. Вообще никогда. Вообще никогда. Как-то это было все неискренне. Я, пожалуй, твой АКР Нанна. За одну голду ты продам? Опа! О, там ты че? Ну блин, Че, уже начинаешь плакать, да? А представь, как было обидно тем людям, которых ты обманывал.
Просто представь, возможно, это были их единственные скины. Зачем ты это делал? Зачем? Скажи, зачем? Ну, просто я был бомжом, мне хотелось ножик. И ты сейчас нормально обманываешь других людей? Нет. Нет, извини меня, Кент, я больше никогда в жизни такого делать не буду. Пожалуйста, умоляю. Да? А как я могу быть уверен, что никогда в жизни никого не обманешь? Я могу... Ну, не знаю. Я могу поклясться. Клянись. Клянусь. Я больше в жизни не буду никого кидать. Даёшь слово мужика? Все, слово пацана, все. Базарно. Смотри, я тебе скажу так, я сам по себе человек довольно-таки добрый. Я понял, что я тебе продал инвентарь. Наверное, для тебя он был очень дорог, что ты там чуть не расплакался. Но если ты реально сейчас дашь еще раз свое мужское слово, что никогда в жизни никого обманывать не будешь, я готов тебя прокачать. Я даю мужское слово, пацана, не буду никого кидать. Хорошо, брат. Я тебе, я не знаю почему, я верю, что в чате все напишут, что ты не искренне раскаялся. Я тебе дам шанс, окей? Без проблем. 5 minutes later. Все, я только что купил твой скин, у тебя на счету 1000 голды. Что скажешь? Спасибо, спасибо огромное, я больше никогда в жизни челиков не буду кидать. Спасибо. Ну, слушай, честно, я не знаю, я очень надеюсь, что это искренне. Ребят, на всякий случай, вот его ID, и я прямо сейчас хочу поменять твою аватарку, потому что, ну, это просто трындец. Меняем аватарку на вот этого. Никогда в жизни не делай себе такую аватарку и такой ник. Как тебя зовут? Ваня. Ваня, все. О, все. Отныне ты Ваня, запомни. С большой буквы пишется. Ну что ж, да, ребятки, я прямо сейчас покупаю скины. Вань, какие твои любимые кейсы? Говори. 9 любых кейсов покупаем. Ну что же, Ванюша, который исправился, ты готов? Да, готов. Ну что же, дамы и господа, прямо сейчас мы начинаем наше мега спасение китка. Ну что же, Вань, надеюсь, ты будешь больше не китком. Поехали. Стикер-пак сходу, моментально, кабанчиком открываем, и тебе выпадает стикер на скилл. Я считаю, неплохо для начала, очень даже неплохо. Так. Теперь идем открывать скорпион кейс. Ванюш, расскажи, какой твой самый любимый нож в Stand of 2, пока дело будет? Бабочка Легаси. Понял, окей. Сейчас будем пытаться, значит, выбить именно бабочку Легаси. Так, открываем скорпион кейсик. И нашу Ванюшу выпадает, ребят, обратно то же самое Кернана. Просто представьте, я его только что продал, и Ваня он обратно выпал. Так, ну чё? Ну давай, значит, фейбл кейс, твой любимый нож, бабочка, это Легаси, значит, я делал вот так, Легаси, 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 выпадай по-хорошему, ахалай, махалай, дед пахай, поехали, за Ванюшу, который исправился и, надеюсь, больше никогда никого обманывать не будет. Так, ну что ж, тебе выпал USP-писец, ну, скажем так, нормально, нормально, у тебя раньше USP вообще никого не было, так, фейбл кейсик, на что делал буст, на Легаси и на Dragon Glass? Да. Окей, окей, давай, говори заклинание. Ахалай, махалай, Кент, выпадай. Давай, Кент, выпадай, так Кент уже выпал-то. Так-то, ой-ой-ой-ой-ой-ой, ты чё, меня прям чуть сердце не прихватило. Ёлки-то палки, ничего себе, Ванюш. Так, очередной ровел кейс, но я думаю, тут самая красивая отвертка это Флорал. Я думаю, она тебе тоже нравится больше всего. Мы ее так проворачиваем, 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 проворачиваем. И просто быстро открываем. И тебе выпадает, как же ты думаешь, тебе выпадает ФАМАС. ФАМАС. Как же неудивительно. Слушай, ну ФАМАС тоже хорошее оружие. Так, осталось ровно 5 кейсов, ровно половина. Давай, родной, я прямо сейчас сделаю буст на АВМ Генезис, сделаю буст на UMP 45 Beast. Давай, говорю заклинание от себя. Ахалай, махалай, отвертка выпадай. И тебе выпадает. Ох, как же много отверток пролистывается. Так, Desert Eagle Dragonless. Неплохо, даже эпик. Слушай, ну у тебя уже, ну, плюс-минус солидный инвентарь. Самое крутое, что скины у тебя не повторяются. Так, ну что же, Rival кейсик, обратно же делом буст на что? На рарки. На рарки, ага, значит ты решил обхитрить и обмануть кейсик. Окей, я тебя услышал, я тебя понял. Сделал буст на абсолютно все рарочки. Открываю, и тебе выпадает. Так-так-так, ух ты, блин, сколько аркан. А КР карбон, если статрек, то опупеть. Статрек! Слушай, мое почтение, я за тебя реально рад. Слушай, ну круто, 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 согласись. Так, ну что же, фурис кейс. Делаем раз проворот, делаем проворот 2, делаем проворотик 3. Опа, по Д3, поехали! Фурис кейс, ой-ой-ой, как же много аркан. Тебе попадает М40В. Слушай, ну я тебе скажу так, мы тебе уже собрали полноценный инвентарь, у тебя реально есть почти на каждое оружие скин. Надо еще на пару пистолетов выбить, и будет вообще зашибумба. Так, ну что, фурис кейс, на что делаем буст? Давай на Фамс Юре, да? Давай. Давай, давай, я его проворачиваю, я его верчу. Пожалуйста, если Ваня исправился, сейчас Ване выпадет аркана. Если Ваня не исправился, ему сейчас выпадет рарка. Поехали. Сейчас мы, Ваня, узнаем, ты исправился или нет. Так. Вань, ну что это означает? Кейсики никогда не врут. Вань, что это означает? Это означает, ты не исправился или как?
Почему такие скины падают? Ну, слушай, Вань, ну ты меня пугаешь. Ну окей, давай еще последний фейбл кейс. Я делал буст просто на все ножи, что тут есть. Очень надеюсь, что тебе повезет. Раз, два, три, четыре, просто. Ахалай, махалай, фейбл кейс. Не подсирай! Вань, говори, поехали. Я открываю. Поехали. Давай, 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 давай. Ой-ой-ой, раз, два, три ножа пролетело, и тебе падает где-нибудь фейбл. Ну что же, дамы и господа, вот такой вот у нас инвентарь. Я очень надеюсь, что Ваня больше никогда никого обманывать не будет. Надеюсь, что Ваня исправится. Но если вы наберете 10к лайков, то я подарю Ване нож. Ну что же, дамы и господа, пожалуйста, ставьте лайк. Не забываем подписываться на мой канал. Вам не сложно, мне приятно. Прямо сейчас подпишись, братан, если хочешь бесплатный нож. Напиши любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха. Всем удачи.